Хе-хе, ну что ж, всем доброго времени суток, друзья. С вами Баш, давайте поиграем в Fear. Проект Персей. Опять сохранение контроля точки какой-то. Опа, первая граната. Первая граната, это раз. Много патронов для пистолета, это два. И, конечно же, аптечка. Красная. Да. 6, 7, 8, 9, 10. Очень с рифмой, я дружу. Именно так. Так, дверь по-любому закрыта. Я экстрасенс. О, нет, 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 порнография. Где? Нет ее. Какой, что за... Какой дебил так забор строит? О боже. Что за... Твою мать, а? Не, ну дауны конкретные. Ладно, мне в любом случае вниз. До свидания. Добрый день, я тебя видел. Я тебя видел, слышь. Ты мне дерзись думал. Вы... Что за херня здесь происходит, а? Он превратился в мертвого охранника? Твою мать! Кто здесь? Ты охерел? Ты охерел? Нельзя же так пугать. Ага. Ладно, спокойно. Мне показалось. Не весь что-то кажется. Так, ладно. Ладно, я слежу за тобой, чувак. Где бы ты ни был. Ты здесь? Я за тобой слежу. Пролив снаружи! Не вовремя перезаряжаться начал, блин. Огонь на подавление. Ты что-нибудь видишь? Нет, я лично ничего не вижу. Все мертвые. А кто-нибудь что-нибудь видит? Нет? Не? Никто? Не? Ну ладно. Опасная бочка. I don't trust you anymore. Бочка прятала для меня аптечку. Коварная бочка. Еще одна. И вновь броня. Нет, это не броня. Ну, а нет, опять вода. Да вы издеваетесь, что ли? Я уже заколебался здесь по воде шастать. И куда мне на этот раз? О, что здесь, мать вашу, происходит? О, бля, меня наебали. Сукины дети. Я аптечку еще просто так захал. Твою мать, хорош вам! Ёбаные козлы. Заградительный огонь! Чёрт! Не, ну как четко они меня наебали, а? Я их ненавижу. Все, ладно, без паники. У меня есть два пистолета, я прям как Лара Крофт. Только без стрингов. Так, а здесь опасность. Надо в воду, наверное, прыгать, да? Чтобы не больно было. Так, проверим аптечку. Бочка, я тебя ненавижу. Она еще и не падает. Здесь чья-то койка была. Я не буду смотреть назад, потому что плевом что-нибудь будет. Так, а здесь не буду смотреть наверх. О, мистер Лестница, здорово. Там нет никого наверху, точно? Отлично. Эпизод номер один. До сих пор, кстати. Расследование. Отлично. А, нет, перестрелка. Перестрелка, да. Объединитесь в информационном центре Армахема. Какой Рейсен и Чечерин? Это вообще... что вы вернулись. Хватит с меня одного пропавшего без вести. Посмотрим, что там. Заставили вы нас поволноваться. Вообще-то это Майкл и Безымянный. Чё? Отдайте мне второй пистолет, сейчас говно. Меня наебали. Козлы, а? Взяли один пистолет, спиздили. Я вас ненавижу. Не, ну... Прикрывайте! Да хорош меня ногами пиздить. Больно ведь. А вот аптечки это круто. Аптечки это very good. А, у меня же есть дробаш. Я же дробаш, как про.
продрабатывать. О, мой второй пистолет. Там везде бои. Постарайтесь не лезть под пули. Окей. Я так понял, мы идем в эпицентр, да? Здравствуй, господин Хитман. Агент 47-й. Что ты здесь делаешь? Мы не будем лезть под пули. Мы будем их отбрасывать. Мы ловим пули зубами. Так мы же всех рассягачили, вообще как про. Слушайте, я уже так натренирован в этом... Как он называет-то? В этом фире, что прям вообще как про. Здесь закрыто. Не поддается. Что здесь пищит? Лампа, заткнись. Лампа, заткнись. Чувствую порнографию. Вот, так и знал. Слишком спокойно. Лестница, ненавижу лестницы. У мамы кошки пропал отряд Дельты в том самом информационном центре. Интересно то, что об операции нам не сказали ни слова. И теперь они хотят, чтобы мы их нашли. Придется оказать любезность. Найдем и спасем. Ясно. О, I'm so sorry. Прости, мне очень жаль. А я не видел фонаря, ребят, мне покажется. Укрытие! А, нет, чуть не упал. Ладно, слазь отсюда нахрен. Это небезопасно. Так, здесь есть аптечки. Должны же быть аптечки в переулках. В переулке нет аптечек, но я вообще валяюсь с них. Так. Ой, верные пистолетики мои. Укажите мне путь, дорогу. Спасибо. А вот аптечка. Весьма большие города. Не расслабляйтесь, идите в информационный центр. Хорошо, я не расслаблен. Нам наверх, да? Окей. Хорошо, что хоть в этой части без больницы, а то она уже наскучила в натуре. Хотя, наверное, рано сужу. Граната, ложи! Так, С. Ползи. Один из патронов остался, надо срочно переключиться на дробовик. У вас тут ни у кого не будет, да, патрон от пистолета, а то мне как-то неуютно. Я люблю с пистолетом ходить, а у меня пистолет и патрон кончились. Так, пойду вверх. Похоже, Армахем скрывает что-то серьезное. Черт. И мы попали между молотом и наковальней. Не угадал. Надо было вниз идти. Гребная лестница. Ага, ага, я так и знал. Так и знал. Партия жуликов и воров. Я так и знал. Черт, опять не знал. Вот теперь знал. И теперь знал. Еще птичка. И тоже знал. Такие как про прям. Таки что, я отец, что ли? Единственное, что как. Добрый день. Ну ладно. А, тут больше ничего нет, я все взял как про. Мама-кошка беспокоится насчет своих котят. Нужно действовать быстрее. Ага, мне пистолет дай, я тебе так быстро задействую. Прикрываю.
А, мне не сюда, да? Ну ладно. Ребятки, нам не сюда. Помните, встречаемся у служебного входа. Здесь, что ли? Срань господня, ты не мог поближе подойти? Так, а это не служебный вход, это запасной, что ли? Не пойму никак. Или фишка в том, что нужно его убить? Ну давай, иди сюда. Видал, какая четкая подножка, а? Заценил? И так будет с каждым, ёпна. Вот тот же. Так, здесь не судьба. Да вот не сюда, блин, вот центральный вход. Центральнее некуда. Какого хрена? What the fuck? Ой, странное задание. А, во как оно. Добрый день. Майкл. Вовремя, сержант. Майкл, привет. Рад видеть, что вы целы и невредимы. Я тоже рад тебя Хорошая видеть. Работа, о, сержант. Майкл. А ты... Клоны там есть? Пошел ты. Клонов поблизости не замечено. Пошел ты. Продолжаем крайне осторожно. Мы все еще не знаем, с чем столкнулись. Пошел. Все данные немедленно передавайте мне. Понял. Сержант, держитесь ближе. Ладно. О, лестницу кто-то исковеркал. Что ж за люди-то за такие пошли? Варвары сплошные. Так, что с дела? Откровение. Ну, по-моему, эта часть есть во всех главах Фира. Откровение. А, найти борцов отряда Дельта. Подобрать побольше информации. И все. Ого, чтобы выбить дверь. О, господи, я сейчас дверь выбью. Ребятки, ну-ка, смотрите, как дверь надо выбивать. Где дверь? Смотрите, как надо выбивать дверь. Видали? Видали? Ты видал, Майкл? Майкл, ты видел? Майкл. Чёртовы засранцы. Почему я не могу сквозь них проходить? Они что, сквозь меня проходят? Что, клоны на это способны? Для них это не характерно. Другие отряды сообщают о чем-нибудь подобном? Нет. Похоже, это нечто совершенно необычное. Ну, смотрите, да, еще похоже. Раз. Видали? Что вы об этом думаете, Чен? Посмотрим, что тут у нас. Какой Чен это, Майкл? Пулевые ранения, рваные раны, следы ударов тупым предметом. Я бы сказал, поработали на совесть. Конечно, на совесть. Осторожнее. Из лифта сейчас кто-то выйдет, да? Кстати, девочку давно не было. Чудесно! Какие-то отморозки заперли ворота. Теперь из здания невозможно выйти. Сержант, найдите способ открыть двери и включить свет. В здании бойцы Дельты. Они на четвертом этаже в помещении охраны. Немедленно поднимитесь к ним. Ага, немедленно поднимитесь. Тут все к черту перекрыто. Чен, разговорчики. Просто мысли вслух. Тогда открывайте ворота. Мы не знаем, сколько у них времени. О, вот эту штуку я помню из заставки. Вы тоже помните, да? Там еще какой-то очкарик красный стоял. Правда, не знаю, где он сейчас, но... не важно, наверное. Ладно, туда мы пойдем в следующей серии, ребят. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Всем пока.